Итак, вы на канале Эрик Антона. Всем привет. И сегодня мы наконец-то будем смотреть в демо-версии долгожданный и всеми многоожидаемый режим «История». Поехали. Хантер в деле. Так. Хантер очень похож на Евра. А, то есть они с другом приходят в раздевалку. А, здесь уже какие-то новички сидят. Не узнаю их. У Хантера что сегодня? Первая игра? Did they spell your name right, my petit? Молчат. А, ну, то есть таких-то два приятеля, видимо. Два друга. Хантера взяли в Манчестер Юнайтед. Шикарно, что это скажешь. All right, lads. Тихо, тренер. I don't need to tell you how important a winning start is. Уже Бернинович стоит. Keep it tight, work hard for each other and the chances will come. Погба. We've all seen the team sheet. Слушай, а когда делали, еще Погба же не было известно перед этим. Hunter and the rest of the subs are when you're ready. You're not there to get a sub time. Let's go and show these supporters what we can do, eh? Да-да, поехали. Все под контролем, старина. Ну что, три очка уже в команде. Bag one for me, mate. Good luck. Time to make my mark. Заявите себе. That's us, boys. Start us to the tunnel, subs to the bench. Let's look like we mean it. Ибрагимович уже тут. Замена на лавку. А, играть за команду. А, не, ну конечно будем играть за Ханта. Идет какой? А, два тура сыграно, у нас 4 очка. Фух. Да, мы готовы. Все, а да, готов. Готов посидеть на замене. Первый матч. А, играем с Челси. Угу. Там с Блинт. Даже не тренер, а где тренер Мауринь-то? А, его Доган пошел на поле вместе с Руни. Ему тоже хочется. Да, конечно, даже сложно представить. Мехтиаль. Волк забивает гол. Ни черта себе, у него дружище какой. Ибрагимович почему-то на замене сидит, радуется вместе со мной. Хотя это третий тур чемпионата вместе с Погба. Ну да, конечно. Что-то, по-моему, то же самое. Только теперь забил вот эту Косту. Блять, почему Погба? Почему? Почему Погба и Ибрагимович сидят на замене вместе, но я не понимаю. Ага, давай Хантера выпускай. Hunter or Mill? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Прямо близко к толпе. Даже как-то не это. Мне кажется, так вообще не должно быть. Почему он так близко стоит? Gaff, once you get after that back four. Central's are fading. Use your pace and get in behind him, right?
Санта Хава наелись. Ready, lad. Just another game, innit, Mr. Butler? Give him a chase in, son. Загоняй их там, сынок. Ну давай. Шевроле, все как положено. Задание так. Впечатли шеф, изорвать нужный ритм в матче. Забить следующий гол. Блин, сколько времени-то осталось? Нифига себе забить гол. Блин. Ну попробуем, сейчас попробуем, не знаю. Блять, Терри. Так. Офсайд. Talked to Jim Hunter before the game today. Great player, of course, and now very much in the supporting role as a family member. Yeah, he'll be as proud as punch, won't he? As will all Alex's family, who I think they'll be. Ну, да ну нафиг. Блин, такой хороший момент был за Хантера. Конечно, надо забивать было. Так, я там в офсайде застрял. Так, подождите, я почему-то не вижу, сколько осталось, блин, осталось вообще времени ни о чем. Я не вижу схему поля, блин, ее нету. Почему ее нету? Как без схемы поля-то играть, ребят, просто вообще непонятно. Давайте комментатор чуть погромче. Давай, поехали, поехали. Michael Carrick. Stepping in there, John Terry for Chelsea. That's Philip Queta. Working hard just to see maybe a sight of goal. In the middle is Loic Remy. Trying to thread it through here. That's how to tackle. Henrik Mkhitaryan. 10 minutes left of regular time. John Terry. Давай, давай, давай. Stopping the pass, getting through. Осталось 80 минут. А, слушай, ну это 80 минут. Я так понимаю, настоящего времени. Morgan Schneiderlin. Rooney. Да ё-моё, Руни. Слушай, мы, короче, тренера это... По-моему, не порадуем. У меня есть подозрение, что тренера, ребят, мы не порадуем сегодня своей игрой. Now Mkhitaryan. It's Alex Hunter. Morgan Schneiderlin. And on the clock, 8 more minutes. Good forward play from them. Could have been a really important pass at this stage. Remy. Wayne Rooney. Блин. Слушай, тренер в шоке просто, походу, от моих действий. Mikel. Diego Costa. And that's good defending. Really had to deal with that. Could have really hurt the team now. Давай, 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 давай. Бля. Ребята, ну блин. Я же бежал открываться. Почему никто не подождал меня? Блин. Моё. Осталось 5 минут, 5 минут. Дамиан. Манчестер Юнайтед
putting this attack together well. Good play, but they've lost the ball now, and the opposition could get at them. Гол! Алекс Хантер забивает гол, ребята, это просто немыслимое чудо. Алекс Хантер, когда уже казалось, что игра кончится и ничего не произойдет, в ближний угол пробиваемый для вратаря Челси. Просто фантастика, это просто фантастика. Гомы забили. Надо победить теперь. Ах ты. Отличный пас. Nemanja Matic has cut out. Space for the shot. Goal. Отлично, я дал голевой пас. Слушай, мне показалось, что мяч тоже вышел. Ну ладно, судья засчитал замечательно. Вратарь уже ничего не успел сделать. Да, Жозе Моури не очень рад за нас. Мартиаль, Хантер, Уокер. Кто такой Уокер? А, ну понятно. Это и есть мой игрок. Here's Hunter. Could be dangerous. They've opened them up here. It's Alex Hunter. Always had goals in his game. Offside. Wherever his starting position in the team is. And he's delivered again. Блин, сам не забил. Ну, хоть его не забил. Это улучшенная возможность. В итоге я получил плюс или минус за этот, я так и не понял, ребят. Ну, короче, мы рвем просто Челси. 4-1 is the scoreline. Слушай, интересно, если удалиться в первой игре. Alex Hunter. Good position. They've worked this attack very well into a quite a dangerous position now. And shoots. Сидим. Это просто фантастика. Ребят, да, голы слишком легко заходят. Я просто был уровень профессионал. На мировом классе, конечно, было бы тяжелее. Но, тем не менее, это гол. Блин, даже вратарь прыгает. Терри, это вообще до свидания. Вратарь тоже реагирует, когда уже удар. Here's Willian. There's the interception. Hunter trying to find a way through. That looked very good indeed, but the move has broken down. Eden Hazard. A timely challenge. Сидим. Это хет-трик. Это хет-трик Алекса Хантера, ребят. Лучшее начало его карьеры, которое можно себе только представить. Алекс Хантер делает хет-трик за каких-то 5 минут. Мы забиваем 5 мячей. Фантастика, немыслимая фантастика. Новая восходящая звезда Алекс Хантер во всей своей красе. Да. Даже в страшном сне, как и Челси, не могу представить, что произойдет, когда выйдет Хантер. Просто убил. Хантер красавчик. Убил просто. Даже Дуган его, по-моему, расстроился. 10-1. Ага.
То есть можно, допустим, было выйти вперед, но не забить следующий гол, да, я так понимаю. Да, это все, это вот первая перестрелочка шла. Неточная. Хантер расстроился. Потом Хантер резанул угол и забил с нулевого угла. Расстроен вратарь Челси. А, это хороший пас отдали мы, я помню. Вот бровку. Блин, по-моему, мяч ушел, ребят. Не знаю. По-моему, мяч ушел. А, ладно, давайте двигаться дальше. То есть мы выполнили все задания. Обратная связь, главный тренер. Ты провел потрясающий матч, оформив хитрик. Ты прекрасно разобрался в обстановке и создал голевую комбинацию. Так. Ты отлично читаешь игру и делаешь прекрасный пасы в разрез. И один на один ты был сильнее опекуна. Просто. Рейтинг 10. Ни у кого такого матча. В рейтинге просто и близко нет. А, так, идет какая-то загрузка. И мы должны продолжить нажать. Alex, а, у нас a dream debut for you. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? Давай ответим, я представился шанс. Yeah, amazing. I feel so fortunate, really. The team lost some key players to bad luck, but this is an amazing club with loads of squad depth. Прекрасная команда, за глубоким составом. They put me in a position to finish out there, so all credit to the lads. Yeah, I just feel really grateful to be here. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. Но в детстве. Для меня это особый момент. It was a special moment for sure. I won't be forgetting it in a hurry. Он тоже забил гол. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Мысли, да мы всех порвем, вот мои мысли. Yeah. Подписчики, you know, довольны every тренером, time I нет. step on a pitch, I give my team a chance to win. It's always been that way since youth football and the academy. It's no different tonight. Я крутой. We're 3 points better off for it. I'm just glad the bosses realize what не, I can да, do. Получим потом дели за это дело. Thank you, Alex. Thank you. Все интервью наше закончилось. We've heard a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. He had a wide choice of clubs to sign for. Today his journey begins as he makes his Premier League debut. Что появился в книге Ники Хантер, который всех кровит. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Alex Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. Just don't get too carried away. Шахантер уже где-то мечтает. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out of there. Oh, we might as well pack this season in now. What was he thinking? I want to stay and fight for my place. I won't let you down. Alex Hunter, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're going to make history. Incredible Hunter! My name is Alex Hunter. You don't know me. Well, believe me, you soon will. А, и все. То есть вот такой вот превью. Основной уже все полностью, всю раскладку
И дальнейшую историю Хантера мы сможем увидеть только в полной версии игры. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Увидимся в FIFA 17. Всем пока.